мы немножко поговорили о шероховатости, которая бывает в церкви. Это только один пласт мы подняли, десятина. А сколько там таких моментов, да? Ну, всякое бывает, всякое. Поэтому всегда смотрите учение, какое учение в церкви. Основано ли оно более-менее на Писании? Потому что в противном случае это ложь. Это основано ни на чем. Мы говорим о покаянии, друзья. С 19 стиха написано так. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились ваши грехи. Покайтесь и обратитесь. Что такое обратитесь? Развернитесь. Изменение мышления. Вы должны попросить у Бога прощения, изменить свое мышление, развернуться. Обратиться – это значит развернуться, пойти в другом направлении. То есть больше ко греху не идти. Чтобы загладились грехи, чтобы Бог вас простил. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых пророков своих от века. Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших, из евреев, пророка, как меня. Это Моисей говорит, пророка с большой буквы. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. Речь, это пророческое слово об Иисусе Христе. Пророка в данном случае это Иисус Христос. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. Поэтому, если ты сегодня не слушаешься Иисуса Христа, ты будешь истреблен из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили эти дни. Все пророки. Моисей же тоже пророк. А и все пророки от Самуила. Но речь идет о главном пророке, большом пророке. О Иисусе Христе Господе нашем. Пророчество о его появлении. Он же говорит, предназначенного вам Иисуса Христа. Иисус Христос может только простить ваши грехи. Больше никто. Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, в семени твоем благословлятся все племена земные. Обращение к еврейскому народу, да? Бог воскресил сына своего Иисуса и к вам первым, то есть к еврейскому народу, послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Друзья, однажды мне снился сон. В нем вроде бы ничего такого плохого не было, но ощущение было неприятное, как будто мой друг-одноклассник идет. Я даже знаю, где он идет, где-то вдалеке, в лесу он идет навстречу ко мне. И я тоже хожу и как бы не хочу с ним встречаться. Я понимаю, что когда я с ним встречусь, случится что-то страшное. Я не знаю, как это объяснить. Вроде бы ничего страшного друг мой не несет. Вот просто идет. Но у меня ощущение неприятное от сна осталось. Что когда я с ним встречусь, случится что-то непоправимое, что-то очень страшное. И я в такой жути нахожусь. И я хожу по району. Я знаю, что он уже идет. И скоро меня настигнет. Он знает, где я нахожусь. И он идет навстречу ко мне. И я понимаю, что это неизбежность. Я не знаю, что делать. Я не хочу с ним встречаться. Я понимаю, что при встрече с ним будет что-то страшное. Я хочу затянуть это время и не знаю, куда идти, потому что куда бы я ни пошел, он все равно идет, как терминатор. Он преследует меня. Я шаг, он два шага навстречу ко мне. Я знаю, что это придет. Я проснулся в таком ощущении ужаса. Мы не встретились с ним, но я знал, что если бы мы встретились, то случилось бы что-то непоправимое. Чувство страха не оставляло меня. Атмосфера была жуткая во сне. Знаете, я заметил, когда сон снится, и когда он приятен, атмосфера приятная. Человек отдыхает, ему так хорошо во сне, он в грезах, ему так прекрасно. А тут просто ужас был. Хотя ничего страшного, но атмосфера ужасная. Я, взрослый мужик, испугался не на шутку. Потому что понимал,
что Христос идет за мной. Если я во грехе, то жуткое наказание ждет меня. Меня как грешника. Ожидает наказание от Господа. Потому что написано, Бог наш есть огонь поедающий. Страшно впасть в руки Бога живого. Последний фрагмент на сегодня. Евангелие от Луки, 12 глава, с 54 стиха. Сказал же народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет. И бывает так. Когда дует южный ветер, говорите, зной будет. И бывает. Лицемеры. Лицо неба и земли распознавать вы научились. А вот как же узнаете приближение этого времени? То есть времени второго пришествия Иисуса Христа. А что же вы по самим себе не судите, чему быть должно? Посмотри на свою жизнь, ты поймешь, что тебя ожидает. Когда ты идешь с соперником твоим к начальству, то по дороге постарайся освободиться от него, соперником, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, то есть исполнителю закона, а истязатель, палач, не вверг бы тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последние полушки. Господь упрекает народ в том, что он не хочет в смысле знамений времени им переживаемого разобраться самостоятельно. Человек должен сам по себе разбираться, читать Писание, не руководствоваться вредными внушениями фарисеев. Ты должен сам разобраться в Писании, по самим себе судить. Не смотрите, как кто-то судит, сам разберись, чтобы понимать в десятине. Это же несложно. Чтобы понимать в обрезании, чтобы понимать в законе Божьем, в благодати и милости. Чтобы понимать, когда Господь вернется за мной. Когда будет второе пришествие Христа, восхищение церкви, воскресение мертвых, когда будет суд над грешниками. Не надо, чтобы кто-то тебе рассказывал. Ты сам разберись, а не слушай каких-то лицемеров-фарисеев. Сам разберись прежде всего. Сам рассуди, другими словами. Не слушай никого, включай мозги. Друзья, 257 стих. Почему же вы сами не судите? А слушаете кого-то там. С другой стороны, твоя жизнь — это индикатор того, что скоро произойдет с тобой. Если ты алкоголик или наркоман, то что с тобой произойдет? Надо много ума, чтобы понять. Если ты обжора и толстеешь, 100 килограмм, 110, 120, 150, то ты что, не можешь понять по самому себе, что тебя ожидает? Какие болезни и какие страшные последствия того? Так не проще ли остановиться на данном этапе, хотя бы как-то попытаться затормозить суд Божий? А потом удивляется, почему у меня больное тело? Ты по самому себе можешь судить, что тебе осталось недолго. Недолго отпущено Господом. Прислушайся к самому себе, к своей жизни, к своему телу, к своей совести. Может быть, совесть нас чему-то научит сегодня, если она у нас еще осталась. Поэтому, друзья, не хочу вас отпустить без покаяния, если вы чувствуете, что вы еще не покаялись в своих грехах. Сейчас время спасения, сейчас время покаяние. Давайте помолимся. И освободимся от петли времени, чтобы нам не бояться проходить через эти турникеты вечности. Аминь.